среди всех кровососущих паразитов эти насекомые являются одними из наиболее опасных для людей. Всего семейство иксодовых клещей насчитывает около 680 видов. В пределах России обитает примерно 60 видов. Многие клещи переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие очень опасные болезни для человека. С наступлением тепла на территории дачных участков, парков, лесов клещи активизируются. Длина тела клеща от 2 до 12 мм. Имеется 8 лапок. Предпочитают селиться в траве возле земли, поэтому имеют неприметный окрас бурого, желтоватого или темно-коричневого цвета. Питается клещ исключительно кровью животных или человека. Когда клещ сосет кровь, его тело, несмотря на жесткий панцирь, увеличивается в размерах в несколько раз. Сытый клещ приобретает темно-красный цвет. Если вы обнаружили, что которое буквально воткнуто в вашу кожу, то можете быть уверены, что это именно клещ. Подстерегающий свою добычу клещ может взбираться на траву на высоту до 1 метра и терпеливо ждать. Он никогда не забирается на деревья, не падает и не прыгает с них. Если в непосредственной близости от клеща пройдет животное или человек, то он ухватится за своего будущего хозяина. Лапки клеща снабжены коготками и присосками, что позволяет ему надежно закрепиться, пока он не найдет. Клещи ползут снизу вверх и ищут наиболее укромные участки с тонкой кожей. Чаще всего они обнаруживаются в подмышках, паху, на спине, шее и голове. Поэтому людям, отдыхающим в лесу и на природе, необходимо осматривать себя время от времени. Собираясь на природу, одеваться следует таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду. Хорошую защиту обеспечивают ветровки из плотной гладкой ткани, с длинными рукавами, плотными манжетами, желательно с капюшоном. При посещении лесных массивов используйте репелленты против клещей. Если клещ все же вас укусил, необходимо удалить его как можно быстрее. Лучше сделать это в медицинском учреждении. Но если такой возможности нет, можно извлечь клеща самостоятельно. Тонким изогнутым пинцетом нужно захватить клеща как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно вытаскивают, вращая вокруг своей оси в любом направлении. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если пытаться выдернуть клеща, высока вероятность разрыва. Еще вариант вытащить клеща при помощи хлопчатобумажной нитки. Ее завязывают как можно ближе к хоботку. Закручивая концы нити при помощи кругового движения, извлекают клеща, потихоньку подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. После удаления клеща место укуса надо обработать йодом, зеленкой или спиртом. При появлении признаков клещевого энцефалита или боррелиоза необходимо немедленно обратиться к врачу. Следуйте этим несложным правилам, и тогда ваше лето будет безопасным.